Всем привет, ребят. Ну что, настало время розыгрыша. Не хотел тянуть там до вечера. Чем пораньше записать, возможно, победители отпишутся. Сегодня смогу им позабирать плюшки. Конечно, если их не там устроят, там нету сегодня некросов, огников. Точнее, огник есть, но мы разыгрываем еженедельно и также разыгрываем приз с черепов. Так, ну окей, поехали. Открою сейчас вам экранчик. Так вот, экран открыл. Прошлый раз мы разыгрывали по 157, в этот раз, да, 157 и 158 по что у нас там сегодня, 172 был последний, по-моему, вчера. Сегодняшних я видосов трогать не буду, потому что мало кто еще проснулся, поэтому они будут на следующий раз. Так, идем сюда. Стоп. Так вот. Так, есть. 158 по 172. Вчерашний. 160. Окей. Ищем 160 сейчас. Открываем, как обычно, комменты. Так, 161, 160. Древнее испытание 29. Окей. 29-ка. Виталик Задорожный в самом верху, ребята, опасайтесь. Так. Так, 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 так. Убираем отсюда спам. Точнее, комменты со спама. Так, ну вроде все есть. Ну тут комменты, оно открывает все, так что вы понимали, уже наконец-то можно будет проверить сразу. То есть у меня вот опубликованы все комментарии, кто писал. На рассмотрении ничего нету, в спаме уже ничего нету. Отлично. Идем, копируем ссылочку видоса. Так, 160. Так, есть рандомайзер. Поехали. Верный формат ссылки. Верный. Вроде все правильно. А, оно сокращено. Ну ладно. Так, вот оно древнее, ну вот пошли. Комментов мало, оно выбирает, как видите, сразу. То есть это не зависит от меня. Чем больше комментов, тем больше. Эх, авось повезет. Ну окей, смотрим, Дмитрий. По горям. Так, 162. Даже сегодняшнюю успел открыть. Так. 160 есть у него. Отлично. Подписка на второй есть, и на первый есть. Красавчик. Так, теперь смотрим репостик. Ой, открыл в новой вкладке. В принципе, какая разница. Нового или новой вкладки. Так.
172, 170. О, репосты есть всех видосов, думаю. Отлично, есть. Хорошо. Проверяем, где комментарии. Вот они. Так, по комменту один коммент. Сейчас возьмем еще по ссылке, пробьем. Тоже один. Ну все, все условия выполнены. Поздравляю, красавчик. Так, с одним разобрались, поехали. Следующий видос у нас. Так, видосик. Открываем 1155 Prime карт. Так, ну комментариев очень много разных. Было 72 плюс 20, 92 правильный ответ. Поехали, пооткрываем комменты. Вот видите, сейчас 300 комментариев. Сейчас мы их откроем все. Так, есть, да. Давайте сейчас пару стрим назад перемотаем. Листал. Так, было у нас сколько? 300? Ну, 359. То есть все открылись. Все правильно. Поехали обратно сюда. Такс. Так, нам нужна ссылочка на видосик, в принципе. Так, идем в рандомайзер. Одна пили. Ссылку вставили. Поехали. Вот видите, здесь побольше комментов из-за этого, но дольше будет крутить. Чем меньше комментов, там кто-то писал, по-моему, был, что так быстро. Быстро, потому что комментов мало. Так, ну что, Никита Давыдов. 72 20 92. Ответ правильно, смотрим, или выполнил все условия. Забежали. Подписки. Подписка есть. Досики. Есть карта, есть. Отлично. Отличненько. Так, теперь смотрим ссылочку. Записи нет, ничего не могу поделать, к сожалению. Поехали, выбираем следующего. Распал ты свою удачу. Так, стало 92 правильно. Смотрим сразу репостик. 155 карт. Все отлично. Так, смотрим на канал. Артур Маркушин.
Так, карта есть, подписка есть. Все, поздравляю, красавчик. Теперь только проверим еще по комментам. Две недели назад вот написал. Смотрим ссылочки по айдишке. Да, все, только один этот. Все еще скопирую. Вот так вот. Ну все, больше нигде не вижу. Все, поздравляю. Бильярдист. Все, с этим разобрались. Вот и все. То есть еще два победителя САЭСа я никак не могу словить. Зашел, у него код стоит, буду ждать. Возможно, к тому времени возьму шнурис, могу уже на АЭСе вам тоже показывать видосики. В принципе, все. Это у нас будет какой-то 170 там какой-то видосик. В общем, следующий конкурс будет с 173-го и дальше. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Этот видос тоже участвует. Всем удачи, всем пока.